Добрый день, дорогие зрители канала «Городской колхозник». Хотим рассказать вам о нашем мучительно долгом, но все-таки еще одном проекте. Это сарай-погреб. На фотографиях видно тот ужас, который у нас здесь был. Но по прошествии некоторого времени, вот сейчас у нас уже стоит вот такое сооружение. Такое вот красивое. Складывалось оно из керамзитобетонных блоков с пазогребнем. Они видны. Вот такой вот он красивый. Фундамент был у нас за перепады высоты. Вот такой высокий с одной стороны. Видите? С другой стороны он совсем маленький. Вот такой. Разница высот очень основательна. Но сейчас он уже преобразился. У нас появилась крыша. Мы ее долго-долго выбирали. И я вам скажу, что остановились на очень хорошем материале, как нам кажется. Называется композитопласт. Знаете, что скажу? Одни преимущества. Легкие. Мобильно легко перевозить, не ломается, краска пропитана все, то есть не выцветает, надежный и очень-очень красивый. Конек и прочее железо мы делали под заказ, так как такой размер, как у нас, в магазинах не продается. Плюс приходилось, так как делали мы все это счастье из того, что находили на нашем участке. Вот, заходим внутрь. Видим, какие у нас стропила, система стропил. Вот, тоже нашли из того, чего было. Так как дерево сейчас нынче очень дорогое, поэтому пришлось выкручиваться как могли. Проложили мембрану, так как погреб у нас будет, сарай не теплый, крышу мы не утепляли. Вот, смотрите, вон маурлат виден. Это еще окошко у нас не вставлено, зато здесь уже есть окошко. Вот, начали немножко внутреннюю штукатурку. А вот сам главный наш элемент. Это наш погреб, из-за чего вся история и началась. Вот мы видим крышка люка. Вот. А здесь будет плиточка, да-да-да. Только все мурзатое, но ничего. А теперь посмотрим, что у нас там внутри. А внутри почти ничего не видно. Там сейчас была стяжка сделана. Хотя можно попробовать включить свет, но не хочется. Вон стяжка, заделаны стены. А люк вот такая у нас высота, видите? Вон какая. Все красивенько, зашитенько. А это второй уровень будет для утепления погреба. Что вам еще тут такого хорошего показать? А, вентиляция. Вот, вентиляция одна, как надо, выходит вверх. А вторая вентиляция, а ее не видно снутри. Она видна хорошо снаружи. А мы сейчас подойдем и посмотрим, что у нас там снаружи делается. Ой-ой-ой-ой. И смотрим. А вот она выходит. Потом красивенько-красивенько заделать. Вот начали уже утеплять пенополистиролом. Вот, смотрим, что у нас здесь. Вот так оно выглядит. Еще будет обшиваться
Ну, еще крыша полностью не готова, но это не так страшно. Когда будет отливы, тогда и доделается все до конца. Это вот самодельные леса, на которых все делалось. Вот здесь хорошо видно. Все еще нету, но конек вот там стоит. Что еще? Сейчас пойдем весь наш. Ну, баклажанчики цветут. Капусточка. Земляничка. Клюквочка. Вот, смотрите. А вот и вентиляция, про которую я вам рассказывала. Вот это наше сооружение. Это декоративная стенка. Чем кривее, тем красивее. Потому что она несет эстетическую направленность. Она вот здесь будет красивая площадочка, которой будет удобно и уютно посидеть. Либо что-то другое. Мы еще не решили. Все будет отмостка вымощена из камня. Вот. Что вам еще рассказать? Ой, ходить здесь пока еще очень проблематично, потому что это стройка. Это стройка. Вы подписывайтесь, не забывайтесь на наш канал, чтобы узнать, как идет наше строительство. И как мы развиваем свое хозяйство. Огурчики. Опять капусточка. Вот. Вот, видите? Потом все это дело будет заштукатуриваться и будет просто объеденье, загляденье и все в том духе. А с вами был канал Городской Колхозник и наш красивый сарай с погребом.